собака останавливается, когда какое-то препятствие. Вот ступеньки были, она остановилась. Открыть мир заново с хвостатым проводником. Мало того, что это мои глаза, это еще и друг, и помощник. И вот для меня это и ангел-хранитель. Помогать красноярцам с нарушениями зрения. Кто-то за, кто-то против. И вот дилемма с криками, матами, мне просто пришлось выйти из автобуса. О дружбе, службе и слепом доверии. Собака тебя будет любого. Вот богатого, бедного, больного, здорового. Любить, прощать, помогать, служить тебе до последних своих дней. Руководитель краевого клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор» Елена Чернышова. В программе Натальи Кечиной «Дорогие мои земляки». В понедельник в 20:30 на ТВК.